Night Today Means. И меня зовут Лиана. Мы начинаем нашу ежегодную премию Night Today Choice 2019. Итак, в номинации «Лучший кальянный бар», «Лучший танцевальный бар» и «Лучшее открытие на Зыбинской» побеждает Мята! Ну что ж, дорогие друзья, я не буду вас тянуть рассказами и долгими расспросами. Пойдемте со мной, мы все вам покажем, ведь это реально круто. Погнали! What's up, face there? This is pretty low. Yes. What's up, face there? Family ties. Yes. What's up, face there? Йо-йо. Блин, ну что тут сказать? Мы дарим стиль. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Если у вас нет крутого вайба, то вам нечего тут ловить. Приходите, убедитесь сами. Мята Лаунж. И здесь самая лучшая тусовка, самый лучший кальян, в самое лучшее место город Минск. Мята Лаунж. И остается несколько секунд до того, пока мы узнаем, в каких номинациях наша любимая Мята одержала победу. Для этого я приглашаю подняться прямо сейчас сюда, по-домашнему, так как бывает традиционно в Мяте на выходных, сюда человека, который является отцом, папой, хранителем, человеком, который ведет вперед. Это такой Джон Сноу в мире Night Today. Его зовут Дима Каминский. Друзья, давайте поаплодируем Дима Каминский. И всем привет, друзья. И сейчас это заведение получит заслуженные три награды. Дайте с шума. Итак, я с радостью хочу наградить сейчас всю команду, лучшую команду здесь, города Минска, которая делает лучшие кальяны, лучшие тусовки. Это Мята Лаунж, лучшее открытие на Зыбинской. Мята Лаунж, друзья, ваши аплодисменты, первая премия! Лучший танцевальный бар города Минска. Мята Лаунж, шума! Друзья, вторая премия! Лучшая кальянная Мята Лаунж! Не было за всю историю столько наград у одного заведения, и это заслуженно. Друзья, очень приятно, что сегодня мы получили целых три премии. Это не случайно, потому что с первого дня открытия Мята Лаунж взяла очень высокую планку, которую продолжает держать до сегодняшнего дня. Я думаю, что в этом вы можете убедиться сами, приходя к нам каждые выходные и в будние дни. И я думаю, мы вас не разочаруем. Обещаем вам от себя лично и всей команды, что мы будем стараться держать нашу высокую, повторюсь еще раз, планку и удивлять вас на протяжении всего времени. Спасибо за три премии. Сказать, что они случайные, наверное, будет странным. Они действительно заслужены. Приходите и убедитесь в этом сами. Never been stressed by a hoe, no. Never been pressed by a bitch, bitch. Murder and the money on my mind. My palm and my trigger finger itch, bitch. I've been in my bag. Нам безумно приятно получать такие награды. Надеюсь, наши гости это оценивают. И ведь наша сплоченная команда, она старается для всех наших гостей, чтобы было довольно комфортно, уютно. И дальше мы, конечно, будем делать все возможное для того, чтобы было всем очень круто, очень классно. И всех вас ждем у нас в Мяте. Вы смотрите, лучшие люди выбирают лучшие заведения. MC China, Night Today Choice. Раз, два, три. Ноль промоутеров и ноль модельных столиков. Приходите, вы сами все увидите. Салют. Это лучший танцевальный бар. Это лучшая кальянная. Мята Лаунж. What's up, face there? Uh-huh. Yes. What's up, face there? Что ж, дорогие друзья, вы все сами видели. Это просто какое-то безумие. Мята на Зыбинской. Все награды абсолютно заслуженные. Лучшее место. Дорогие друзья, Night Today Choice продолжает свое шествие по лучшим заведениям Минска. До встречи.